Хочешь на полу спать? У нас там в хозяйной однокомнатной только одна кровать. Что же делать там? А все остальные на полу. Бедненько, бедненько, чертовка. О! Он наконец свободен, да? Как он? Да? Весьма... Подойдет, да? Подойдет. У меня есть. Понимаете, что я сегодня? Пойдемте спать. Пойдемте. Безумно. Но она же не сильно высокого ранга чертовка.
же просто чертовка. Чертовочка. Начинаешь? Ну да, 300 лет. Не, они живые. Старые. Так, ладно. Вот, значит, третье. Ежели вы уже без моей помощи, 3000 цапнем. Здесь третье. А может, третье после это так?